Так, всем привет! Сегодня заимка, будем пытаться кататься на байдарках и снимать для вас видео. Так, ребята, вот байдарочки. И сейчас мы, не знаю, такой ветер. Сможем мы сейчас, ребенок, как вы знаете, инвалид, сможем мы гребсти на ней или нет. Но будем пытаться. Одеваются жилеты, так что может как-то что-то и получится у нас. Да. Так, ребята, вот смотрите, взяли такой каяк, ребенок уже примостился. Ну, мне что же весло? Все, берем весла и вперед. Так, ребята, взяли каяк. Вот смотрите, заимочка у нас с этого. С воды, видите, вот берут такую машинку, берут. Вот смотрите, снимаем заимочку. Это один пляж, и сейчас приплывем на еще один. Вот смотрите, вот такой пляж, видите, да? И рядом уже Занзибар. Занзибар. Вот здесь вот камыши. Вот парень гребет, видите? Вот смотрите, такой первый пляж. Сейчас плывем на другой пляж. Так, ребята, смотрите, вот как здесь один пляж мы вам показали. Здесь вот беседочки, видите? Здесь беседочки прям к воде подходят. Так, что-то у ребенка не получается гребсти, придется мне сейчас. Отключаемся. Так, ребята, смотрите, какая здесь красота. Здесь беседочки прям под берег, видите, да? Это между пляжами такая целая куча беседок. И вот мы сейчас шуруем туда. Смотрите, да? И вон уже второй пляж. Сейчас мы к нему подплывем. Так, смотрите, второй пляж. Второй пляж. Вот кораблик шурует, смотрите, там, видите, люди отдыхают. Вот, плывем. Вот, смотрите, какой второй шикарный пляж. Беседочки в будний день, но заняты. Вот, там он какой-то корабль. Что ты, Толик, вот сюда. Вот, смотрите, вот такой пляж. Вы прям машину подгоняете, вон там сверху заезжаете и стоите. Можно под дерево. Как вы знаете, здесь сейчас вход 70 гривен с машины. Вот мы заезжали, 70 гривен с машины. И все, за людей вы не платите. Так что вот такой пляжик шикарный. Как вы знаете, да, с центра, с ДМК сюда автобус ходит, 15 гривен. Вот. Так что смотрите, вот такой пляж. И мы плывем дальше. Вот начинается зона рыбалки, видите? Здесь все полностью рыбаками уже занято. И мы сейчас плывем на вейк-парк. Вейк-парк, пока мы отключаемся. Так, ребята, смотрите, здесь вот такой пляжик есть за заимкой. И вот камыши. Здесь везде вы можете рыбку ловить. Видите, да, какая красота. Там вон мостики сделаны. Но это уже люди себе подделали, которые здесь живут. Здесь же дома вот за деревьями выстроили. И вот вы можете тоже сюда подходить и здесь рыбачить. Ну, а мы плывем к вейк-парку. Так, ребята, между заимкой и вейк-парком, смотрите, вот такие мостики. Целая куча. Вон там дальше, смотрите. Вот. И, ну, это видно местное, кто здесь живет. Поделали для себя, для ловли рыбы. С сидушками, видите, если вы займете, наверное, вас сгонят. А может и повезет, что хозяева в этот день не будут ловить. Ну, в общем, прекрасно. Куча мостиков, наверное, с них можно не только рыбу ловить, а и прыгать в воду. Потому что здесь уже вот и вода темная. Вода темная, видите, да, значит, здесь уже глубина.
Вот смотрите, такие сидушки, видите, там крепление для удочек. Как вы знаете, здесь короб есть. И не маленький. Так что вот люди, наверное, тут и рыбачат. Вот, смотрите, там вон мостик, даже такие доски сделаны, чтобы не лесенка, а вылазить прям. Видите, для себя поделали, и все, и красота. И люди отдыхают. А, тут вот даже кресло какое-то накрыли, видите? Накрыли кресло, кто-то жадный, видно, чтобы никто не занимал. Вот так вот. Все. Хозяин придет, снимет и будет рыбачить. А, а людям балалайка. Так что и такое вот бывает. Так, ребята, вот мы подплываем к вейк-парку. Но это уже будет, наверное, новое видео. Так что всем до свидания. Подписывайтесь. Скидку пообещал. Так, ребята, смотрите, вот номер телефончика. Вот прокат байдарок. Вот, посуточно, почасово. Звоните, обращайтесь. Шикарная прогулка. Всем рекомендуем.